Как лишь ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. Прохождение новой и крутой карты, как обычно, которая называется Трики-Трики. Если перевести, то это что-то сложное, хитрый-хитрый, потому что это продолжение рубрики «Насколько хорошо ты знаешь Майнкрафт», где мы будем дальше узнавать секреты Майнкрафта и просто-напросто узнавать, насколько хорошо мы его знаем. Поэтому, ребята, если вы любите прохождение карт, то не забудьте поставить лайк, потому что чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, новое видео. И просто-напросто я с вами буду проводить больше времени, тем самым выпускать больше видео. Поэтому, ребята, не поленитесь, поставьте лайк. Также каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Ребята, подписывайтесь на канал, я буду этому очень сильно рад. Я прошу на меня потратить всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. За это, ребята, я скажу вам большое спасибо и выпущу новое видео как можно быстрее. Поэтому, ребята, тянуть мы больше не будем и сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем начинать. Где у нас тут старт? Ну, в принципе, это все понятно. Бла, и тут бла-бла-бла, потом бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это все ясно, все понятно, нам не нужно объяснение. То есть мы знаем, в чем заключается суть этой карты, поэтому мы сразу же начинаем. Круто, круто, да, If you left the game, ладно, понятно. Ага, то есть там было написано то, что все уровни возможны. Тут нету ничего невозможного. Просто-напросто нужно включить небольшую логику и понять, в чем же заключается механика этого уровня и как нам его пройти. Это первый уровень. Нам нужно как-то его пройти и что вообще нужно делать. То есть у нас в чате есть подсказочки. Маленькая подсказочка, большая подсказочка и также решение этой задачи. И, в принципе, нам скажут то, что нам нужно делать, чтобы пройти этот уровень. И также тут есть резет. Если мы на это нажмем, то мы перегрузим весь уровень. Ну, если мы что-то там сломаем, то мы его просто-напросто перегрузим. Ну что, ребята, первый уровень называется The Beginning, то есть начало. Что у нас есть в инвентаре, что нам нужно сделать? Тут много предметов, которые просто-напросто нам затуманивают все сознание и которые нас просто-напросто хотят отвлечь. Но, как я понимаю, нам нужно туда добраться. Видите, ребята, там кнопочка есть. Видите, вот там. Не знаю, кто-то видит или нет, но все же, наверное, все-таки Сендер Перла. Или нет? Или нет? Потому что, мне кажется, с Эндерперлом можно проходить через стены. Вот есть у меня такое ощущение. Потому что, знаете, не всегда, конечно, но есть иногда баги. Есть иногда баги. И ты с помощью этого самого Эндерперла можешь пройти через стену. Только пока что я никак не могу этого сделать. Во! Прошел! Видите, ребята, офигеть! Я уже перезагрузил уровень несколько раз. Я уже его перезагрузил. Поэтому, ребята, как видите, я все-таки смог пройти. Но это какой-то... А как мне... Во! Еще раз смог пройти! Вот смотрите, ребята. Вот! Ясно, понятно, зашибись. То есть нужно как-то в углу стать и потом... Я не хочу обратно туда лезть, поэтому, ребята, просто-напросто нажмем, и мы прошли первый уровень. Сейчас мы будем продвигаться дальше. Второй уровень. Вверх, то есть нужно нам забраться как-то вверх. Двери, круто. И как нам туда, вот jumpscare. То есть jumpscare, охренеть. Напугался, прям насрал в штаны. Ладно, нам, наверное, нужно забраться с помощью этого бага. Бага с дверями, то есть вот, вот так, ребята, если вы не знали. Но, что у нас дальше есть? Нам нужно как-то добраться до этого сундука, мне кажется. Потому что в инвентаре у нас ничего нету, значит, нужно думать. Нам нужно добраться до этого сундука или просто-напросто как-то сюда забраться. Но я тут, если честно, слушайте, а может, если вот так, вот. Во! Да, то есть, все-таки я смог туда добраться. Сейчас, ребята, давайте я как-то... О, замечательно. Сейчас опять поставим двери. То есть, в принципе, это не скажу, что какой-то сложный уровень был. То есть, ничего тут такого прям сверхъестественного не было. Но все же... Вот, замечательно. Сейчас, что у нас тут есть? Ребята, а вы заметили уже? Кто заметил? Кто заметил, тот молодец, ребята. Вот смотрите, что у нас тут в уголку есть? Что-то там выделяется. А ну? Во! Да! Офигеть! Заметил, значит, соколиный глаз все-таки еще чуть-чуть у меня есть. Ладно. Ребята, знаете что? Всегда забываю. Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы вас попросить, то есть, у меня есть... Контакт, страничка ВКонтакте, у меня есть группа ВКонтакте, там всегда выходят свежие новости, то есть когда выйдет новое видео, я публикую пост, когда оно уже вышло, то есть я сообщаю вам то, что новое видео вышло, я делюсь информацией, я выкладываю фотки с реальной жизни и многое другое, то есть вы можете делать мне фанарты, писать всякие сообщения, делать картинки про меня, просто выкладывать ваши скриншоты и загружать все в группу, и мы там все с вами будем общаться дружно. Поэтому, ребята, если вы подпишетесь на группу ВКонтакте, я вам скажу только большое спасибо, потому что я, если честно, всегда
забываю вам сказать, то, что у меня есть группа ВКонтакте, поэтому, ребята, если вы все-таки подпишетесь, я реально буду очень сильно этому рад. Ну ладно, ребята, сейчас нам нужно как-то туда добраться. И, наверное, нужно поставить вот сюда. Вот, допустим, мы сейчас спустимся вот так, потому что у нас есть только три, да, у нас есть только три лестницы, и таким необычным путем мы забрались сюда. Круто, два уровня мы уже прошли, поэтому, ребята, продолжаем. Продолжаем. А, что-то взорвалось? А, то есть система. Ха? Что это было? Неважно. Так, ладно, у нас тут опять есть подсказочки. Что нам нужно? Что у нас тут написано? Ни хрена не вижу, что у меня там написано. Что мне делать? Ладно. О, мы... Да, мы можем ставить эти блоки. Так, ладно, один. Потом два. Три. Нам нужно 100% туда забраться, но как я смогу туда забраться? Допустим, 4, да? И у нас тут еще не хватает... А, смотрите, ребята, что я могу сделать. Я могу сделать... Так это легко... Да. Легкотня нафиг. Это легкотня. Я больше ничего не могу скрафтить. Блок угля я не могу скрафтить, потому что там требуется вроде 9 угля, у нас есть только 4. И больше я ничего не могу скрафтить. И сноублок я не могу поставить, потому что там... Что у нас тут написано? Ага. То есть я тебя пропущу сразу на 9 уровень, если ты сможешь забраться сюда наверх. И вот такая улыбочка. То есть он сразу нас пустит в финал этой карты. Вот смотри, тут есть какой-то сундучок. Он сразу нас пустит в финал карты, если я смогу сюда забраться. Ах ты жопа. А как я туда смогу забраться? Может, тут есть какой-то секретик, может, тут какая-то кнопочка невидимая спрятана. Я не знаю, ребята, что тут есть. Но сама суть то, что я ничего не могу крафтить. То есть, вот. Не знаю, ребята, вряд ли я смогу что-то скрафтить, вы видите. Я не могу ставить вот эти блоки. Вот. Я... Какого хрена? Провалился пол. Что это было нафиг? Как я вообще прошел это? Что это? Так, я вижу какую-то кнопочку. Вот. Самый идиотский уровень, который я только когда-то играл. Что это такое нафиг? Как я вообще его прошел? Я просто стоял, там открылся. Ладно, неважно. Ладно, идем дальше. А, что у нас тут? Помести бумагу с кодом в... код воронку. Так, где нам код достать? Что у нас тут? Repair name, то есть это наковальня, это бумага. Бумагу с кодом. Каким жопу кодом? Что у нас тут есть? Да, я ваш какой круг. Что я там увижу? Что я там увижу? Ни хрена я там не вижу. А что у меня два раза появилось? Не знаю. Три раза. Что за хрень? Почему, когда я стукаюсь башкой, то у меня что-то там появляется? Что-то там есть, но как мне увидеть, что там? А если на F5? А ну сейчас. Вижу код! Это... А, что там написано? Охренеть, как я это заметил? Случайно. Ребята, вы видели то, что у меня что-то... Так, ладно. 312-001. 312-001. 312-001. 312-001. А сюда? О! Значит, там еще и определенный слот был, как... Ах ты хитрая жопа, создатель ЛКР. Ты хитрая ты жопенция. Ладно, ребята. Пятый уровень, который называется сундук. Сундук. Нам сюда, наверное, нужно забраться. Ладно. Так. Даймонд. Алмаз. Ну, написано то, что сундук закрыт. Но, ребята, кто не знает, сундуки можно открывать. И сейчас, если в одном из этих сундуков будет алмаз и наковальня, то этот сундук я смогу открыть. Если это правильная подсказка, если я правильно понял. Потому что в Майнкрафте можно закрывать сундуки, их можно открывать специальными ключами, кто не знал. Вот. Да ну нафиг, я угадал, что это будет... Ребята, я угадал, что это будет за уровень. Я его просто угадал, потому что, смотрите.
обычный алмаз, если мы его переименуем в Total, вот, маленькая буковка, я могу открыть. Кто не знал, ребята, есть такая фишка в Майнкрафте, то есть вы можете закрывать сундуки и потом открывать их специальными ключами, потому что тут уже была подсказка. Diamond с маленькой буквы. Понятно. Что это называется? The useless diamond, то есть бесполезный, да, бесполезный алмаз. Алмазы никогда не бывают бесполезными, поэтому, так, сейчас, ага, ну попробуем, я не знаю, туда забраться. Я уже, походу, что-то не так натворил, потому что, нужно, я понял, а я не могу это сломать? Дайте мне обратно, ну не говори, что мне уровень нужно, охренеть. Я не туда хотел поставить, я сюда хотел поставить. Круто. Ну, ребята, я вернулся сейчас, допустим. Если мы поставим сюда и потом поставим сюда. Я надеюсь, что это сработает. Да, вот видите, сработало. Так, сейчас, если я поставил сюда, значит, сейчас мы поставим вот сюда, да. И если я забрался вот сюда. А это, кстати, я правильным путь... Не знаю, правильным ли... Так, я опять не туда поставил. Да ты нахрен издеваешься. Я опять не туда поставил. Мне опять уровень перепроходить. Зашибись! Вот сюда! В предыдущем уровне у нас был Ladder Breaker, или как его они там называли. То есть, с помощью этого Ladder Breaker, ломателя вот этих лестниц, я мог их ломать. Я, в принципе, мог их обратно себе вернуть. Но почему-то сейчас это не работает. Я, кстати, так и не понял, в чем разница. То есть, same. У нас было... Да твою нахуй, вот видите, ребята, у нас было два пути, то есть мы могли пойти сюда и мы могли пойти сюда, но, как оказалось, это были одни и те же пути наверх, поэтому неважно. Даже хорошо то, что я не заметил и вообще не стал рассуждать, каким лучше путем нам пойти. Ладно, ребята, пятый уровень мы прошли, я вообще соображал, как сегодня более-менее работает. Тьфу-тьфу-тьфу, потому что сейчас я что-то... Так, накаркаю. Ну, в смысле, не то, что накаркаю, я сказал, что соображалка нормально работает, и сейчас она перестанет работать, и я застряну на вот этом шестом уровне. Или это какой уровень? Шестой. Не то, что застряну, а просто не смогу его пройти. Что нам нужно? Система. Почему? Это не сработало. ТНТ не взорвался. Ну, конечно, ТНТ не взорвался, если ТНТ был под водой. А что нам вообще нужно взорвать? Так, это глина, это шерсть. Нам, походу, шерсть нужно взорвать или что? Так, давайте еще раз рассудим. Система написала, почему это не сработало. ТНТ не взорвался. Нам нужно взорвать ТНТ под водой, да? Ребята, я знаю... Ну, сколько я знаю... Кто знает, ребята, вот напишите прямо сейчас в комментарии, кто знает, сколько есть способов, чтобы взорвать ТНТ под водой. Или просто-напросто, чтобы опустить его под воду, то есть поджечь его наверху. И чтобы он упал под воду, и чтобы он под водой взорвался. Я знаю буквально 2 или 3 способа. Ну, первый. У нас есть губка. The useless sponge. Бесполезная губка. Да, реально бесполезная, потому что я ее даже поставить не могу. Если бы я мог, то я бы высушил и поставил бы ТНТ. Что у нас еще есть? У нас есть лодка, которая... Ну, не скажу, что что-то сделала. И у нас есть... Пикачу, я выбираю тебя. Даже вот в этой рубрике, где мы проверяем... Где мы проверяем, как хорошо мы знаем вообще Майнкрафт, у нас есть Пикачу. Замечательно, что у нас есть? ТНТ может быть помещен на шерсть. Вот смотрите, ребята, если я поставлю ТНТ на шерсть... О, я его могу поджечь, потому что я могу сделать... Ага, зажигалку. Если я его подожгу, то он не взорвется... Пикачу, нет! Он не взорвется, потому что он находится под водой. Но я знаю пару способов. Допустим, у нас... Да! У нас есть... Ага, вот смотрите, ребята, если мы поставим... Если... Да, знаете что, давайте еще раз Пикачу призовем. Вот так. Круто. Давайте сделаем зажигалочку, потом ставим сюда песок, и на песок ставим ТНТ. Или нет, нужно было... Нужно было наоборот сделать. Зашибись! Опять уровень, вот, замечательно. Охренеть. Я Пикачу буду вызывать, потому что Пикачу, это покемоша. Покемоши нам нужны. Так, ладно. Ну как нужны? Вот сюда. Сейчас нужно сделать... Что нужно первое поставить было? Ага, сначала ТНТ нужно поставить, а потом... Вот! И сейчас мы можем поджечь ТНТ. Да!
И они поменяются местами, ребята. Кто не знал, то... Взорвался? Да, взорвалось. Кто не знал, что там у нас есть? Кто не знал, ребята, то вы так можете взорвать киньки под водой. Сейчас, что нам нужно найти? Кнопочки, кнопочки. Так, зашибись. Тут куча вот этих баннеров, флагов. Во, вижу, 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 ребята, смотрите, заметил, видели, видели кнопочку? Ах, ты хитрая жопенция, спрятал нас кнопочку, но все же я ее заметил. Так, что нам нужно сделать, что у нас тут есть? У нас тут есть печка. Как оригинально называется печка? Печка называется «Я не печка». Автор, ты гений. Что у нас тут есть? Незерстар, и у нас тут есть блок угля. Что нам нужно? Что у нас тут написано? Помести редстоун лампу тут. Помести маяк тут. И тут у нас есть кнопочка. Jump over the iron bars. То есть перепрыгни через вот этот железный забор. Я тебе не знаю, кто Халк, чтобы я так высоко мог прыгать. Так, нам нужно скрафтить, во-первых, лампу. А во-вторых, маяк. У нас есть нужные ресурсы. Не знаю, вот для лампы... Вот, а, сундучок, кстати. И там есть еще что-то. Вот видите, тут что-то еще есть. Так, ладно. Тут у нас есть песок. И честно, и сундук также называется «Я не сундук». Автор, ты прям гений нахрен. Ладно. Вот, редстоун лампу мы уже можем скрафтить. И, в принципе, мы уже и маяк можем скрафтить. Да, и вот у нас крафтинг тейбл, то есть верстак. Тут у нас есть... Да, сейчас мы поставим... Так, как крафтится маяк? 5 блоков стекла, посередине Незерстар и снизу обсидиан. Да! У нас, в принципе, ребята, уже есть все необходимые ресурсы, как я полагаю. Да! Ладно, сейчас мы подождем, пока это все пережарится. Во, все пережарилось, и сейчас мы поставим жариться, конечно же, вот эту красную... Не вот эту, а вот этот красный песок. Ладно, сейчас нажму на паузу, а то выкашляю еще нафиг все легкие. А, как вы знаете, ребята, я болел, но не до конца я еще выздоровел, поэтому иногда мне может быть еще немного хреновенько. Но все же, ребята, я записываю для вас новые видео, извиняюсь, честно извиняюсь, но все же, как видите, я болею, но все же, ребята, записываю для вас новые видео. Так, ладно, нужно скрафтить, нужно скрафтить. В первую очередь крафтим редстоун лампу, вот так она крафтится. Нет, я понял. Нет, не вот так, а вот так. Она крафтится, и сейчас, ага, вот так. Сейчас нам нужно скрафтить маяк. Маяк у нас крафтится вот так и вот так. Замечательно. Ах, круто. Только как я сейчас их туда помещу? Вот это я сначала не подумал. Ребят, а кто знает, я могу размещать блоки через... Нет. Охренеть! Да ты что, издеваешься и мне... Верни, твою мать! Я не буду заново уровень проходить. Я не буду заново уровень проходить. Верни, зараза. Во, все нормально. Сейчас я не могу поставить. Да. Как мне пройти этот уровень? И что мне вообще сделать? Не знаю. Честно, не знаю. Так, ребят, ладно, давайте еще раз рассудим. Что у нас есть, что мы можем поставить? Опять я не туда поставил. Да ты издеваешься нафиг, а? Опять я не туда поставил. Мне опять нужно уровень перепроходить. Охренеть, эта карта просто-просто издевается. Потому что, смотрите, ребята, я не могу ломать ничего. Мы находимся в Adventure моде. Я не могу ничего ломать. Я смог только сюда поставить лестницу. Но она, если честно, ничего нам... То есть она ничего не сделает, потому что, как видите, я даже сюда блоки не могу ставить. Я не могу сюда блоки ставить, но я почему-то могу их ставить вот сюда. Охренеть просто. Мне опять сейчас нужно уровень перепроходить. Круто. Ну что, ребята, так, я опять прошел этот уровень. Давайте больше сюда не будем ставить вот эти блоки. Что мы можем сделать? Я могу сюда поставить лестницу, и сюда я могу поставить лестницу. Сюда я больше нигде не могу ее поставить. Сюда разве что. Ну, нету смысла. Сюда ее могу поставить. Но что дальше? Даже если я сюда поставлю какой-то блок, допустим, я скрафчу сейчас блок угля, да? Потому что у меня есть ресурсы, чтобы его скрафтить. В принципе, можем даже попробовать. С этого ничего не изменится, разве что я опять уровень буду... Нету смысла, ребята, нету смысла, если честно. А даже если я сюда запрыгну, если я заберусь на вот эту лестницу, я не смогу тут пробраться, потому что у нас тут есть только один разъем. Поэтому, не знаю. Нам нужно, наверное, поставить сквозь вот это. Но я не знаю, как это делается. Что у нас еще есть? У нас есть
Вот. Я не могу ломать ничего. Вот смотрите, ребята, я ничего не могу ломать. Также у нас есть TNT. Но вряд ли смогу куда-то его поставить. Да. Видите, то есть я не могу его даже никуда не поставить. Куда-то поставить. Но тут у нас есть подсказочка. Перепрыгни через железный забор. Но... я не знаю. Кто-то когда-то ставил лампу или вообще какие-то любые блоки через... поставил! Так, ладно, значит, это реально. Где? Где это поставил? Где это поставил? Во! Вот тут, ребят. Вот! Вот тут я... Значит, все-таки можно что-то ставить через... А я даже не знал. Посмотрите, тут я не могу поставить, тут я не могу. Где-то в каком... офигеть, я это не знал. Ребята, если вы это знали, то... фиг его знает. Если вы это знали, ладно. Это 8-й уровень, который называется текстурпак. Текстурпак. Ладно, а знаете что, ребята? Давайте мы, в принципе, на этом будем заканчивать. Почему? Потому что эта карта содержит 15 уровней. В этой серии мы прошли 7 уровней. Поэтому, если вы хотите видеть следующую серию, где мы будем проходить 8 финальных уровней, вы знаете, что делать, ребята. Чем быстрее наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, новое видео. И, в принципе, ребята, вообще все будет круто, потому что мы наберем 1500 лайков. Не поленитесь, потратьте только одну секунду, чтобы поставить лайк. Это будет очень круто. Также, ребята, я всех вас приглашаю подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик мой друг. Поэтому, ребята, вступайте в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я буду очень сильно этому рад. Да, потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. Больше я, ребята, ничего не прошу. Если еще можете поставить комментарий, то это будет еще лучше. Поэтому, ребята, не ленитесь. Я говорю спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, не перематывал, не переключал. Таких мало, но все же, если вы досмотрели, то, ребята, если вы досмотрели, то вы прям супер-пупер молодцы. Приходите смотреть мои видео каждый день. Видео выходят каждый день, поэтому я всех вас жду на просмотре новых видео. Ребята, приходите, не стесняйтесь, я всегда буду вам рад. На этом мы будем заканчивать, к сожалению, но все же я еще расскажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.